was Mary. Heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces. Смелость и упорство – истинные друзья на пути к успеху. Но не все так просто. Сначала нужно добиться смелости и упорства. Сделал из меня эгоиста. Здесь не дают парить, следя, чтоб ты летал низко. Меня ведь все равно нет в списках на проход в Эдем. Так почему же мне нельзя грешить, как и всем? Сделайте мне анестезию, с меня хватит боли. С меня хватит роли палача в естественном отборе. Я перешел дорогу многим, да и черт с ними. Все дороги ведут в Рим, встретимся в Риме. Враги хотят моей смерти, но я еще живой. Удача стала навсегда моей второй женой. Но каждый день за спиной я ощущаю их злобу. И каждый день это драка за последнее слово. Кто эти люди, что так сильно ненавидят меня? Я вижу небо, но оно, увы, не видит меня. Бог занят, и я устал звонить его секретарю. Если это рай, тогда я заживо горю в раю. Не Иисус, но несу свой крест, пытаясь достучаться до небес. И если моя жизнь еще имеет вес, скажи мне, кто же я на самом деле, ангел или бес? Не Иисус, но несу свой крест, пытаясь достучаться до небес. И если моя жизнь еще имеет вес, скажи мне, кто же я на самом деле, ангел или бес? Я ошибаюсь, как и все, и часто бываю неправ. Но моя правда отличается от ваших правд. Я признаю ошибки не ради похвалы, даже если жизнь заставила примерить скандалы. Мир становится цветным только после пятой стопки. В конце туннеля света нет, вылетели пробки. Я не распят, но уже распять воскресал. Не ищи меня на небесах по старым адресам. Пусть нечистые руки, зато совесть чиста. Я не снимаю шеи православного креста. Under the belly, lay some grease inside my hand.
job. Ain't got no money. Seems I have to leave this town. Pack my bag. Run to the station. Yeah.
walking with all the pretty girls on the main look of you with that mind in the world. Red line book, don't know what will I trade. Check every box. You know who I am. I get to watch myself before it goes too far. I hear them say, you'd better stay away. But I'm thinking of you.
Ну что, друзья, наконец свершилось. Мы дошли до самого финального босса. Даже финальнее тех финальных боссов, которых проходил Пашенди. Ну что же, давайте готовиться к последней финальной битве в игре Rayman Redemption. Даже моя кися уже к этому готова. Посмотрите сами. А теперь давайте и готовиться мы. То есть нам нужно готовиться. Мистер Дарк. Встречайте. Именно мистер Дарк. Что же он преподнесет в этой финальной битве? Мне уже страшно. Перемотайте видео назад, посмотрите влево вверху, сколько было попыток и сколько стало. Это мать твою, пи. Ну, в общем, вы поняли. Я не думал, что я сумею все-таки одолеть этого босса. И для вас это будет все одним разом. И слава богу. Куда же мы летим? Ничего себе, что нас ожидает. Надеюсь, все нормально будет. Что же побаиваюсь. Не хочу проигрывать. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А, так попытки не исчезают. Что это значит? Что это вообще значит? Что это такое? Я не понимаю.
Короче, просто вот так пробегаем. А, даже их убивать не надо. Просто через них надо пробегать. И все, друзья. Не надо думать, не надо гадать. Просто пробегать через них и все. Вообще нужно на них забить просто. Это просто кучка говна. Просто кучка. Вообще не зацикливаться на них ни в коем случае. Просто бежать. И не оглядываться никуда. Только вперед. Только вперед и больше никуда. И сметать их как пургу веником. Метлой. На улице. Дворником. Ух ты. Что? Что происходит? Катсцен? Да, друзья, это того стоило. Павел не зря набил 50 с чем-то попыток. Не зря. Иначе просто я бы 150 раз бы перепроходил вообще весь уровень. В котором был еще босс Комар. Тут и оно, да, друзья, свершилось. На Новый год, 1 января, спустя полгода. Я дозаписал, наконец-то, эту годную игру. Наконец-то, я просто в это, бляха-муха, не верю. Просто не верю. Потратил столько нервов, и благо не впустую. Благо это того стоило. Я очень, друзья, надеюсь, что я все-таки... Тем, кто меня смотрел внимательнее, угодил я. Я очень на это надеюсь. Извините за тавтологию. Игра была непростой. Игра была непростой. Игра была задротской, да. Я не побоюсь этого слова. Нужно было иметь навыки, ловкость. И главное, нервы и терпение. Без этого просто никуда. Хотите верьте, хотите нет. Мы все это преодолели благодаря нам. То есть не только мне, благодаря вам, вашей поддержке. Особенно благодаря поддержке тех, кто поддерживал меня еще в самом начале. В самом начале Раймана, когда я начал его проходить. Вот так вот. Вот так вот, народ. Давайте, наверное, наслаждаться последними титрами, последними заставками. И я, наконец-то, оставляю... В покое нашего Раймана Искупника. Наконец-то это свершилось. И мне не будут забивать голову всякими уровнями. Наконец-то. Наконец-то. Показывают нам, видимо, какие-то локации из уровней, которые мы проходили. Да, друзья, все было непросто. Изначально в прошлой серии, когда мы с Павлом проходили, и когда он проходил там, получается, целую толпу боссов, я думал, что Мистер Дарк это и есть. Это толпа боссов, и она будет последней. Но нет! Нет! Предстоял еще целый уровень, и он появился уже под конец. И я просто в это не верю. Так, вы можете сохранить мир, новый, уровни, что-то уровни открыты, не уровни, не айтемс, открыты в магазине, что-то открыто в магазине у нас, друзья. Да, вот так, вот он, Мистер Дарк, мы преодолели, победили его. Я даже не ожидал, на самом деле, что это удастся сделать. Нужно было точечно сосредоточиться, иначе бы он просто забил бы нас. До конца. Нужно было собрать волю в кулак и дойти до конца. Иначе просто никак. Иначе никак не прокатит. Можно потренироваться и пройти его еще раз, но я не хочу забивать себе голову. Мне хватило одного раза. Мне хватило нашего искупника. Мне хватило освобождения миров. Такие вот дела. Так что, друзья, наш Раймон, Раймон Redemption,
вас поздравляет с наступившим наконец-то Новым годом всех. Вот, да, не верится. Начал я проходить игру где-то с августа. Я не помню, с какого конкретно числа с августа, с августа 2020-го, а закончил аж 1 января 2021 года. Не верится, просто не верится, друзья. Ну что же, давайте, наверное, заканчивать, но прежде чем мы закончим, давайте все-таки зайдем в магазин. Что-то там у нас, наверное, появилось. Давайте посмотрим, что же, если я, конечно, вообще обращу на это внимание. Да, друзья, было непросто. Было 50, как я уже выражался, с чем-то попыток, а стало 6. То есть представьте, сколько я просрал времени и нервов, и попыток, чтобы наконец-то допройти этого босса. Так, я не пойму. А. И что же у нас появилось? Я не знаю. Не знаю. Это скины. Я вот, честно, друзья, не понимаю. Может быть, игра имела в виду новый скин? А, вот что-то появилось. Так, а что это? Давайте купим. Я не знаю, что это, но давайте приобретем. И это тоже. Так, а я не знаю, что это. Давайте зайдем, наверное, на уровень какой-нибудь, любой абсолютно. И посмотрим, как у нас Раймон изменится. А не как он не изменился. Да, друзья, решил я все-таки поставить оригинальный скин, в конечном этапе, в этом конечном этапе. Да, друзья, еще раз повторяюсь, не обращайте внимания на то, что лицо красное, видео, это такая камера так отсвечивает, я не демон, не переживайте. Вот, такие дела. Короче, ничего, по сути, не поменялось, я не знаю, что это мы вообще купили. А, может, экстрас нужно, скин. А, это комары. Раймон скин, может, здесь? Вот, красный Раймон, который Павел, которого открыл. А что у нас тут? Не знал. А вот Томик Раймон. Томик Раймон? Что за Томик Раймон? Интересно. Ну что? Блин. Вот. Этого скина у нас, по-моему, не было, друзья. По-моему, точно его и не было. Ладно, давайте заканчивать, друзья. Не будем стопориться, зацикливаться. Ну что же, как я уже повторяюсь, говорил, для вас это все будет в одном мотиве, то есть в одном видео. Я не буду постоянно что-то перепроходить и прочее. Так как начался праздник, Новый год, я для вас все сделаю в одном формате. И вы не будете по 150 раз пересматривать, как в прошлых сериях. Все будет в одном для вас. Ну, я не трус, я признался, что прошел все, разумеется, не с первого раза, как и, наверное, любой другой. Не задрот, понятное дело. Так что, друзья, вот так. Так что, я надеюсь, что вам эта серия понравилась. Вот. Это была, если я не ошибаюсь, я не помню, какая серия. В Ютубе будет написано то ли 18, то ли 19, я не помню. По-моему, 18. Но кто его знает, не хочу ошибаться. Так что, очень надеюсь, что вам понравилось. Кому понравилось, оценивайте данное видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Но, друзья, я открою для вас мотивацию, чтобы вы не ставили дизлайки. Кто поставит мне дизлайк, тот считает автоматом, что я секси и отличный поц. Так что это будет для вас мотивацией, чтобы те, кто хотел, не ставили лайки, ой, дизлайки. Иначе я буду тем, кем я назвал себя, то есть секси и крутым поцом. Так что думайте, прежде чем ставить дизлайк. Такие вот дела. Ну что же, друзья, все. С вами был я, Кирилл. Раймон Redemption прохождение. Оно закрыто, наконец-то, с чистой совестью и с чистой душой. Желаю вам всем успехов в наступающем Новом году. И всем пока. Увидимся, друзья, в новых прохождениях и в новых видеоуроках. До скорого! Друзья, по Шенди, хочу поздравить всех вас с наступившим Новым годом.
и пожелать вам, вашим родным, близким и любимым людям здоровья, счастья, а главное удачи и успехов в наступившем новом году.